друзья, мы прогулялись по ботаническому саду, или как это называется, парку, посетили местные достопримечательности, а именно гора Бируты какой-то девушки. Вот. Потом посетили музей янтаря, бывший дворец Тышкевичей. Очень такой красивый внутри, снаружи, в принципе. Также посетили разные тут всякие благоустроенные места. Вот. Довольно-таки интересный парк, интересное место. Есть места, где довольно-таки много первозданной природы. Есть места, где довольно-таки урбанизированная часть парка, по которой мы, в принципе, сейчас идем. Там здесь фонари, где есть такие дорожки пешеходные. Вот, как-то так. Прошлись, прогулялись, освежились на свежем воздухе. Также подошли еще к пляжу. Пляж красивый тоже очень. Сейчас мы выдвигаемся уже на парк, там, где было колесо обозрения. Мы вчера были там возле пирса. Вот, там мы не решили не ходить, решили сегодня туда пойти. Вот, так что мы туда выдвигаемся. Идти нам километра, наверное, полтора, может, минут сколько? Минут 20, наверное, да? Идти. Как-то так. Ладно, поснимаем еще что-нибудь, друзья. Увидимся дальше. Они, короче, взялся такое мороженое с шариками. Да? Оно так хрустит на зубах. Да? А я себе кофе взял. Дай. Вкусно. Маше нравится. Оно как ледик, да? Ну да. Ну, что, ну? Попьем пока кофе. Пойдем дальше сейчас. Какие красивые цветы. Да? Просто волшебные. Какие композиции, да? Интересные. У нас бы было просто этим самым, тут такой прям горой. У нас бы так. Тут клумбочка, там клумбочка. Видны эти все металлические конструкции. Ну да. Украинский флаг. Что это за выставка? Зимняя Украина. Угу. Да. Да уж. Какая красивая композиция. Платный туалет. Платный разве? Думаю, да. Ну посмотри, сходи. Сходи и посмотри. Ну я сейчас отсюда посмотрю. Какие красивые цветы. Класс, да? Ну. Остановись, сфоткай. Остановись, сфоткай с розами красивыми. Эй. Ходи, ну. Водичку забрала? Что тебе не нравится, Аня? Мы же идем нормально вроде. Ну, колесо обозрения там виднеется. Там тут выход на пляж, вот там дорожка. Тут какие-то зонтики подвесные. Сейчас посмотрим, да?
Это вчера были рядом, да? Ну, тут мы и были. С теми зонтики, видите, какие. А тут и тут. Идем дальше, да? Ага. Там колесо обозрения, еще раз повторюсь. Наверное, какой-то выход в парк, в котором мы были. И все, мы отсюда начали дальше идти, да? Ага. Валет за сколько там? 5 евро или сколько? Или 2? Смешно. Кафешка. Пицца. С пиццей. Чили пицца. Там. И вот тут такое место, парк. Интересно. Или мы тут не были? Были. Вот тут фонтан мы видели. Да? Да. Ну, наверное, да. Такое вот классное место тут. С фонтаном. Пойдем ближе к фонтану. Подойдем. Ну там-то пирс. Куда выходить? Вон туда выходить пирс. Ну да. Такой фонтанчик, да? Ну что, ты сегодня что-нибудь выбрала? Да. Вот это мне подойдет. Вот тут. Ты на западе? Да, не пойдем в детскую. А? Не пойдем в детскую. Конечно, та часть города парковая не такая прям какая-то, да? Там первозданная природа, а тут прям куча народа и куча всяких. Одна улица каких-то заведений, кафешек и так далее. Все везде, все продают тут. Просто капец, да? Фудкорт один большой, огромный, пешеходный. Всякие, куча развлечений там вот. И тут всякие продают, всякие. Интересно. Ну, мы идем там к костелу знаменитому Паланги. Вот.
И тут нас ожидала такая большая пешеходная зона. Огромная прям. Куча людей кушает, куча людей ходит. Ну, в принципе, мы тоже тут ходим. Вафли. Вафли, тут куча вафель. Мы обратили внимание, что сладкие вот такие вафли, мороженое. Как-то любят они, наверное, их. Как... Вон, какие-то вафельные мороженые. Да? Вон, там они продаются. Даже пробовать не будем. Ну, тут какая-то огромная пешеходная улица. А там что, да, посмотрим? Там кафешка. Какая кафешка? Там речка какая-то, нет? Кавейня. Кавейня. А? Кавейня. Да? Ну, да. Ну, ладно. Ну, там вот костёл виднеется. Сейчас мы в него пойдем. Виднеется этот костёл, в котором мы еще сидем. Продолжаем идти, в общем. В общем, продолжаем идти. В общем, подходим к этому костёлу. Вот, как-то так. Сейчас подойдем. Вот такие ворота тут красивые. Сидит бездомный. И мы пойдем сходим, да? Костел такой огромный. Красивый, да? Че тут никто не ходит? Нельзя? Не знаю. Не знаю, ворота открыты, почему нельзя ходить? Можно. Красивый, да? Ага. Очень красивый костел. Высокий. Очень. Это кресты какие-то. Внутрь потом зайдем, да? Да. Давай проходим, поснимаем еще вокруг. Короче, зайдем мы сейчас внутрь костела. Посмотрим, что там есть. Вот какой-то, наверное, ксёнц или дед, это как там называется? Боишься, что там, там свадьба какая-то. Я не знаю. А? Я не знаю. Идем поснимаем еще. Идем. Красиво. Красиво, да. Тут свадьба, видишь? А? Свадьба. Ну что? Ну что ж ты свадьба? Мы просто зайдем, поснимаем внутри. А можно снимать внутри? Я не знаю. Я не знаю. Красиво, да? Очень красиво, да? Наверное, свадьба тут. Или точно? Мы не знаем. Лампадки. А? Лампадки горят. Да. Красиво, да? Угу. Идем назад. Может, не повенчались? Костёл или нет? А что, какая разница? Бог, он один. Не хочешь помолиться в храме Божьем? М? Thank you.
Мы, короче, сидим в костёле. Это очень красиво. Это какая-то свадьба, да? Mm-hmm. Свет такой красивый туда. И вообще мы самые красивые на свете. Сидим тут, отдыхаем. В общем, тут просто красиво и очень классно. Сейчас пойдем уже назад. Знаю, что туда нельзя, Ань. Я тебе сказала просто. Светочки. За пожертвование. Нужно поставить. Хочешь поставить? Белорусскую кинь копейку. Своей спичкой мне или? Да, да, зажигает. Это что? Будем свечки, короче, ставить. Да? Давай. Все, моя загорелась. Ставь возле моей. Почему после твоей? Просто. Мы же муж и жена. Ну ты ставь возле моей. Сгорится? Ты не должна как-то. Не должна потухнуть. Неизвестно. Короче, свечки ставим тут. А, вон, наверное, надо. Спички, не так говорю, ты как зажигай так. Ну, спички лежали. Ничего. Все загорелись. Для исповеди. Для исповеди. Такие. Короче, мы побыли внутри костела, сейчас уже вышли и пойдем уже, наверное, выдвигаться. Может, еще куда-то зайдем, но пойдем выдвигаться уже, наверное, в наш номер, отель, там, апартаменты. Вот, как-то так, друзья. В общем-то, идем. Мы побыли в очень многих местах сегодня, в ботаническом саду, в ботаническом парке. Побыли. Пешеходные улицы. Будильник на 5. Пешеходные улицы побыли на Паланге, получается. Были в этом костёле, вот он там, еще мы идем вдоль его. Вот, как-то так. Еще, может, куда зайдем, в какую кафешку. Вот. Может, пиццу какой поесть, да? Угу. В общем, зайдем. Ну, за ты меня повезешь такое. Короче, как-то так. Отлично походили, погуляли. И сейчас уже будем выдвигаться. День отличный, день понравился. Да, тебе день понравился? Да. Да, нам очень понравилось. Сейчас уже туда будем выдвигаться. В кафешку, может, какую. Ладно, друзья, увидимся в новых видео. Надеюсь, мой день вам понравился. Всем успехов, удачи, процветания и путешествий. Пока. Еще такой фонтан красивый.
классный. Увидели. Давай сядем. Зайдешь внутрь? Нет. Зачем? Я не хочу мокнуть.